Саша, это первый банкомат, который вам отказывается выдавать деньги, или уже не первый? Первый, я еще не пытался, но смотрю, что он не, ничего мне не, не выплатит. Как сегодня? Вы относитесь к тому, что приватбанк сегодня? Я спокойно к этому отнесся. Еще бы позакрывали бы Коломойских, то было бы нормально. А так, в принципе, нормально, что большой банк должен принадлежать государству. По вашему мнению, что-то изменится в обслуживании? Честно говоря, не знаю. Но надеюсь, в лучшую сторону изменится. Ну, я, честно говоря, отрицательно. Потому что, ну, это рейдерский захват, мягко выражаясь. Человек создал, работает. Тут ни с того, ни с сего, раз-два и национализировали. Ну, это зависит от персонала. Это в основном их профессионалист. Хозяева дерутся, а у нас пищат. Первый, второй. Два. Как вы относитесь к информации о том, что банк национализировал? Я даже не знаю эту информацию, так как я еще не владею данной информацией. Новости не смотрю, не наблюдаю, не знала. Блин, мне так надо. Добрый день. Добрый. Да, какой по счету банкомат, который вы... Второй. Второй. Да. Как вы вообще отнеслись к новости о том, что банк национализировал? Ну, отрицательно. Не то, что национализировали, то, что банкоматы не работают, отрицательно. Ну, национализация, блин, нормально. А чего вы ожидаете от этого? Поменяется обслуживание или все останется так, как сейчас есть? Надеемся, что все так будет. Да, останется как есть. Много лет клиентов приватных? Да. Да, мы очень довольны были. То есть быстроту и обслуживание, такие внимательные были девочки во всех банковские услуги оказывали довольно-таки хорошо и стабильно. По вашему мнению, с чем связано такое решение? Ну, как средства массовой информации говорят, что там даже требования, да, мало ли.